Да, конечно, китайцы из Трумпетера с фотодравлением намудрили, особенно с инструкцией. Доброго времени суток, продолжаем нашу стройку. Вот сразу же с первых шагов сборки зенитной установки обратил внимание на ошибку в инструкции. Вот здесь вот посмотрите. Вот эти детали перепутаны местами. Ну что еще хочу сказать по стволам. Они немного толстоваты. И вот здесь вот полумигасителя должны быть отверстия. В принципе, их можно, наверное, высверлить, но это слишком проблематично. И, конечно, если делать по уму, надо брать готовые стволы металлические. Ну что, приступаем. Thank you.
вот, друзья, вот здесь вот столько ошибок в инструкции. Все неправильно. Я уже на камеру уже не смог это снимать все. Сколько я ругался и разбирался, смотрел фото реальных прототипов и уже по ним производил сборку. Друзья, закончил я сборку, собрано все на сухую. Что доставило проблему, так вот эта зенитная установка. Вот
отравление где-то вот здесь вот слишком тонкое, здесь толстое, некоторые детали вообще невозможно согнуть. Так, ну что еще? Вот здесь вот замки на борта придется приклеивать уже потом, потому что кабину надо будет красить внутри. Как видите, все не приклеено. Здесь еще будут подушечки резиновые на гусеницах. Прицеп вот так вот выглядит. Здесь палец. По прицепу вообще проблем не было. Вот только по зенитной установке. Тоже тут стволы приклеены на блютак. Ну, а дальше уже грунтовка, покраска, визеринг и все прочее, выветривание. Ну, на этом все. Смотрите продолжение. Всем до свидания. Спасибо за внимание. Пока.